Есть огромный спектр минералов. Вот, например, в частности, диом, которые здесь сидят, я могу сказать, что у них целых 13 камней, в том числе тигровый глаз, который отвечает за ясновидение, изумруд, сапфир, ну и многие другие камни. Поэтому не стесняйтесь выбирать минерал, потому что вот почему минерал хорош козерогом, девом и вообще знаком Земли? Потому что это уже привязка идет к стихии. Поэтому выберите себе хороший оберег, например, браслет из камня, проконсультируйтесь с тем ювелиром, который занимается, который точно вам скажет, что это ваш камень. Подберите по дате рождения. Вы можете подержать его в святой воде, почитать молитву через свечку церковную. Это очень будет хорошая, сильная защита. Вот берете там браслет, как я работаю, да, делаю оберег. Вот, например, сказал мне человек, он тоже дева. Я покупаю тигровый глаз, обязательно святая вода, церковные свечки с хорошей церкви, там Тихвинская икона Божьей Матери, там монастырь. Или совершенно потрясающее есть место в Подмосковье, это лавра Сергия Радонежского. Кто был, поднимите руку. Молодцы. Кто не был, я всем советую, потому что это место великой силы. И темно, наверное, там будет очень не по себе. Вот, и почитайте молитву. Через какое-то время вы можете достать оберег, носить его и отдавать себе отчет, что какая-то там порча, то есть все, что не касается жертвоприношений, пройдет мимо вас. И обязательно я вам хочу сказать, что все люди, которые обращаются к экстрасенсам с помощью, нужно пойти, нужно там помочь, нужно понять, почему это случилось. Не забывайте о том, что вы сами должны себе помогать, потому что экстрасенс даст вам ответ на любой ваш вопрос. Он вас продиагностирует, он вас пролечит. Но если вы не поверите в свой собственный ресурс, если вы сами не поверите в самого экстрасенса, да,